Тут живе ветэран. Такую акцию организовал Белорусский фонд мира. Это еще одна магчимость притягнуть увагу громадскости до этих людей. Наша здымочная группа побывала у Дрыбинском районе у вёсцы Старое Прыбужжа. Один из ее жихаров, фронтовик Семен Никифорович Зямцов, отзначил 90-годие. Вот тут положите, ага. Вот тут, ну. Молодые люди с Дрыбинской районной организации Фонда мира завитали до ветерана Семена Никифоровича Зямцова с вёски Старое Прыбужжа. Не только допомогли по господарце, але и не проминули погутарить со старожилами. Старики любят общаться с молодыми, как бы, наверное, больше передают свой опыт жизненный, рассказывают интересные истории своей жизни. Семен Никифорович Зямцов недавно отзначил 90-годие. У 17 годов, кажется, забрали на фронт, был пехотинцем, потом артиллеристом, а наприканцы войны служил у морфлоте. Перемогу сустрел у Кёнигсбергу. Война кончилась, а мы еще, наверное, с неделю воевали. Там группировка, курлянская группировка была. Коса, кусок земли, там полуостров, короче говоря, большой. Вот так они из города утекали, вот, и там уже корабли подходили. По словах Семена Никифоровича и его жонки Вольхи Давыдовны, им во всем допомагают соседи, часто наведывая старшиня сельсовета и, коли необходимо, навод отвязе у город. На сегодняшний момент у меня два ветерана. Разумовский Виктор Васильевич, деревня Покутия, и Зямцов Семен Никифорович, это деревня Старое Прибужье. Вот. Я тесно общаюсь с ними, постоянно знаю то, что им необходимо, надо по своей силе возможности и по долгу занятия я оказываю им посильную помощь. Вот. Ну да, вожу магазин. Фронтовиков у Могилевской области засталось 776 человек. У всего ж ветерану Великой Айчиной 1509.